Запреты, подобные ограничениям на ввоз белорусской молочной продукции в Россию, должны соответствовать законодательству Евразийской экономической комиссии и не должны выходить за рамки союзных правовых документов. Сегодня об этом заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК. Отвечая на вопросы нашего журналиста перед встречей с бизнес-сообществом Беларуси, Тимур Жексылыков отметил, что во всем мире тренд к защите собственного рынка очевиден. И это происходит не только в рамках ЕАЭС, который был создан для объединения площадок 5 государств. Однако неравное отношение к предпринимателям, к услугам, товарам и стран-партнеров игнорирование союзных документов недопустимо. Комиссия за этим внимательно следит, внимательно смотрит. У нас есть большой перечень тех барьеров, которые возникают. Но вы знаете, это такая борьба с многоголовой гидрой. Мы отсекаем их, потом новые появляются. Но все-таки тренд к уменьшению этих барьеров, он есть, он очевиден. Мы их минимизируем, стремимся с ними бороться. Время от времени, конечно, конфликтные ситуации возникают, вот как сейчас по молоку. На следующей неделе планируют в очередной раз рассмотреть вопрос ограничения поставок белорусской молочной продукции в Россию. Тимур Жексылыков отметил, что коллегия внимательно изучила всю информацию, предоставленную обеими сторонами, и уже во вторник подведет окончательный итог.